Привет! Вы на канале Линель, и с вами я, Елена Чернявская. Сегодня у меня для вас очень интересный выпуск. Все любят шампанское. А как шампанское может помочь вам избавиться от тусклого цвета лица, восстановить сияющую, красивую, плотную кожу? Я вам расскажу. Нет, не внутрь употреблять. Будем употреблять его снаружи. Уверена, что после Нового года у всех осталась в запасе бутылочка шампанского. Почему именно шампанское? Вы наверняка уже знаете, что в последнее время большую популярность приобретают процедуры красоты с использованием углекислого газа. Так вот, оно содержится в шампанском. А кроме этого, содержится в шампанском винная кислота. А это просто кладезь антиоксидантов и других полезных веществ для вашей кожи. Важно! Во-первых, шампанское должно быть натуральное, хорошего качества. Это не должна быть бутылка за 50 рублей из магазина, потому что вы понимаете, от винограда там ничего в составе не будет. И второе. Напиток не должен выдохнуться. Поэтому желательно использовать шампанское сразу после открытия. Творог мы разминаем до однородной консистенции. Ложкой прям продавливаем, размягчаем его, делаем его пышным. Если у вас творог очень жесткий, лучше его протереть через сито. Теперь шампанское. Не ждем, пока газики уйдут. Что-то лишнего налила. Сразу же добавляем в творог, чтобы было достаточно жидкая, но однородная масса. И в конце добавляем одну или две капли эфирного масла. У меня это лаванда, но вы можете использовать любое свое любимое масло. Но очень важно, масло должно быть обязательно очень хорошего качества. Наша маска готова. Теперь эту смесь мы наносим на очищенную кожу на 20 буквально минут. После этого смываем обыкновенной теплой водой без использования каких-либо средств. Если вам захочется, можете нанести после маски питательный или увлажняющий крем. И, кстати, эта маска прекрасно подойдет для того, чтобы освежить кожу после долгих праздников. А у меня на сегодня все. С вами была я, Елена Чернявская.